Вот такой у вас домик, да? У вас на полочках живут игрушки, да? И смотрите, у нас еще есть вот эти такие маленькие вот эти. Аня и Ваня, привет! Привет, мой канал Аня и Люда. Сегодня мы будем вам показывать вот это, нашу палатку. Вот это. И кроватка. Да, у нас дома появилась двухъярусная детская кровать. Целый домик, она большая. Да, а там не будет машины. И вот сейчас Аня и Ваня будут вам показывать эту кроватку. Показывайте. Смотрите. Что? У меня какие лапы. Ну, лапы. Да. Ты лапы хочешь показывать или кроватку? Кроватку. Да, я вы что-то не то показываете. Кроватка. Какая кроватка? Покажи, где она? Вот она. Вот она, вот это большая. Вот это второй этаж. И вот шкафчики. Это первый. А у нас шкафчики. И шкафчики есть? Да. Покажи, выдвини шкафчики. Что у тебя там в шкафчике есть? Там игрушки, да? Это куколки. Мои. А там Пинки Пай. Кусочка. Целый домик, да? А там Пинки Пай. Пинки Пай там? Да. А на первом этаже кто спит? Я. Кто я? Анюта, я вот смотрю, она розовая, да? Розовая кровать. А на я первом люблю. Этаже. А там синяя. А там синяя. А ты, Ваня, покажешь? Да. Покажи. Пошлите со мной. И пошли, да. Пошли. Да, здесь у нас машинки лежат. Машинки тут лежат. А я вам больше кровать. А у нас скинтовая эта машинка. Угу. Мы наверх полезем? Да. Полезли. А я туда. А я вам кроватку покажу. Вот мы ее видели, тут вон пистолет, ляля валяется и боксерский пиджак. Смотрите за мной, ребята. Смотрите, вот мы там, это же надо так делать. Ребята, смотрите за мной. О, я показываю всю кровать, смотрите, какая она большая. Она огромная, целый дом, детский смотрите, домик. Смотрите, вы видите вот эту синюю? Все, я иду к тебе, Ваня. Вы видите вот эту синюю? Вижу, и что это? Синяя полотенце. А, вот синяя, да? Здесь вот розовая, а здесь синяя. Так, я иду к тебе. Пошли. Полезли. Тоже так, лезь. Я тоже лезу. Мама, правда, не разрешает папе залазить сюда. Говорит, папа тяжелый. Смотрите, шкафчики. Шкафчики есть? Там ничего нет. Классно. И там ничего нету. А вы здесь валяетесь а тоже, тут да? Тут подушка. О, у вас тут вообще, тут жить можно у вас. Да. Только не свалиться со второго этажа туда, вот вниз туда. Ребята. А подушка желтая, кто будет греться. Ой, ты чего вытащил ее? Смотрите, классно, классно. Ребята, смотрите, какие милые. Что там? Какие? О, у нас тут хоккей. Он там. На крыше шифонера у нас хоккей. Смотрите, зеркало. Вот. И нас видно. Он там пыль. Зеркало вас видно. Там пыль. Там пыль? Да. Наверху, наверное, пыль. Да, вот да. Он хоккей какой. А вот потолок вон такой чумазый. Смотри, какой мазый потолок. Так. Ребят, смотрите. А потолок... А лампочку вы показали, нет? О! Люстру показали, вон какая. Желтая, классная, синяя. Какие цвета тут? Красный. И желтый, синий. Ага. Ребята, а вот это? Что там? Потолок. А кроватка, они мажие. Ага, такой мягкий-мягкий потолок. Мягкий такой, детский мягкий потолок. Ребята, смотрите, как можно трогать головой. Трогать можно, только прыгать здесь нельзя на втором этаже. Ребята. Ребята, ребята! Вот на кроватке стоять только нельзя, а то можно бултыхнуться. Ребята! Анюта, ложись! Ребята! Ложись и валяйся! Ребята, а здесь были колокольчики, только папа и кублал прям ванну. А там понятно. Был пыль! Такой, да? Ага. А там были пыль. Ну, классная у нас дома кроватка появилась, да. Двухъярусная. А домик, ваш домик. Кроватка. Только вниз туда не бултыхнуться. Я хочу игрушку. Смотрите. Будешь, конечно. Смотрите, что у нас. Что тут? Вот это, ну. Вот это, чтобы мы
перила, да. Чтобы вы не упали, да. Да. А вот это у нас окошко, что мы видели. Это перила, чтоб держаться, мы не упали. Да, там правильно, правильно. Там окошко. Где окошко? Вот это вот окошко? Да, давайте посмотрим в окошко. Да. О, классно, там еще окошко. Ага, а я там полки с игрушками вижу. И я вижу. Опа. Смотрите, ребята, ключик. Смотрите, у нас еще есть вот эти такие маленькие вот эти. А вот эти что ли? Да, такие. Ага, это такие хромированные палочки. Чтобы ничего не упало. Да, чтобы вы не бултыхнулись. А чтобы маленькие вещи. Ребята, ребята! Ага. А вот это что, стукни, что ли? Что ты там показываешь? А вот это что? Мы это что, второй этаж держался хорошо. А вот это? Ага. Держится. Ага. И все-то вы знаете. Молодцы. А вот это? А вот это наше? А вот это у нас, которая вот такая? Это у нас? Это у нас? Вот это у нас, которое вот такое? Оно называется? Она может еще на ее ставить вот так. Ребята! Что там хочешь показать? Я хочу вам что-то показать. Мои. Что? Настроек. Ага, там и игрушки, там еще и одеяло. Видишь, какие полки классные, да? Ребята, я хочу вам куклу показать. Это выдвигаешь здесь, тут полки, да? Смотрите, смотрите, какие куклы. А тут ушак. Ага, что правильно. А здесь что? Так. Здесь одеяло, просто одеяло. Оп, закрываем. Вот такой у вас домик, да? Дядя еще раскладку дядя строил. Дядя строил, конечно. Угу. Не тетя же такую большую собирать будет дядя? А дядя? Конечно. Дядя быстрый. Ага. У вас на полочках живут игрушки, да? Ребята! Oh. А там можно прятаться. Прятаться там можно? Туда, ага. Когда в прятки играете, вы прячетесь тут, да? Ребята, робот пошел. А, тут и робот. У вас все игрушки на полочках, я смотрю, да? Классно. И робот тут ходит. Ну что, показали свою кровать? Да.